И смотрите, я каменный меч купил. И мы играем, играем. А ты в курсе, здесь монеты даются на начало? Мы играем в Майнкрафт на сервере. Бананокрафт. Какой бананокрафт? Санькрафт. А похрен, одно и то же. Какой бананокрафт играем на сервере? А сколько у тебя монет? 140. А ты в курсе, ты мог что-нибудь купить? Я каменный меч купил уже. Можно железный был купить. Давай разбежимся посмотрим. А, у меня не хватит. Да, я согласен с этим. Разбежимся, давай. Меня сейчас чувак косточкой бить будет. А ко мне, походу, пацан с мечом зашел. Уж не надо. Няш, давай не надо. Короче, ребят, мы если попробуем сейчас найти сервера нормальные, с нормальным, но вы поняли. Потому что с PNPVP дерьмо там читать им. О, жопа всем. Жопа. О, за мной сзади Няша, Няша. Ой, Няша. Я убегаю. Няша, сейчас убегаю. Няш, к тебе в домик зашли. Что? Я тебе сказал, к тебе в домик зашли. Еще кто-то идет. Ребят, это тоже читерский сет. Короче, пойдем на другой потом. Я до сих пор не могу отойти от того, что у меня вылетел майн. У нас вылетел Майнкрафт у обоих. То есть у меня тупо лаунчер закрылся и все. У меня тоже. Давай я обойду его. Типа всем привет, сам не изгадаю Фрейда, у нас вылетел Майнкрафт. Всем пока еще, знаешь, не хватает. Он бегать не может. Давай ты ему по жопе надай. Опа. Нормально. И куда? Сюда. Пока. Побежали, Няш. У меня есть сюрприз. У меня сейчас сюрприз есть, смотри. Сейчас что, так эпичненько бежим. Давай. У меня сюрприз есть. Давай, ставь! Не, я. Как чувак будет. Не, короче, как чувак возле сундука будет стоять, я ему сюрприз сделаю. Я хотел бы встать под динамит и прям улететь высоко-высоко. Ты сдохнешь от него. Нет. А ты фул хп. Так они. Фул хп, но не фул. Ну бесплатно. О, чё я нашел два алмаза. Вот теперь у меня фул хп. Может поставить динамит на баране? Нет, Няш. Ну ты говно. Это для людей. Тут пацан! Тима! Тима, Тима! О, давай, сюрприз! Сюрприз! Полетели! Ой, сзади, Няша, сзади! Ой, ещё и сзади! Так, зажимчик! Убил! Отойди! Убил! Это тут чё такой? Нет тут никого. Спасибо, что ли? Дай мне штаны, чё ты их стырил? Мои штаны, ничего не знаю. Дай штаны, скотина. Ай, да пай. Я тебе по попке дал. А, у меня все штаны. Ну тебе говорю, у тебя штаны. Ну вот не надо на это, о! Я это придумал. Опа! Скотина! Да ёбня! Не, Няш, чё-то я туда не хочу. Я сейчас тоже буду. А на, ты без ботинок! На! На! И чё, я без ботинок, чё, угораешь? А ты было смешно, я такими ножками бегаешь. Такие... Это как с тупцами и с этим. А ты такой скажи, да посрать на эту шапочку. Посрать на эти носочки и шапочки. Носочки и шапочки. Шапочку. Вау! Вау! Да было смешно. Это ваш в воздухе застрял, это, повисел. Повисел. С тобой, и повисел. Ты где? В жопе, нам лучше разделиться. А, окей, посрать. О, у меня два эндерперла. У меня одно. Бонни завершится через 16 минут, ничего себе. Не, сервак, го потом на другой попробуем. На, банан. Здесь однообразное ХГ какое-то. Да. Везде одинаковые. Погоди. Так, я все вернулся. Да, я все вернулся. Фрать. Че? Губом на бананкрафт попробуем. Че, уходишь или че? Губом на бананкрафт попробуем. А ты че, уходишь? Нет. А че за... Губом на бананкрафт попробуем. Ты мне IP скинь. Окей. И такой, прикинь, такой ща. Так, Няш, так дело не пойдет. А дело что, идти может? Конечно, может. Няш, меги! Какая? Что за идея? Что за идея? Стой, секундочку.
Опа! Получилось. Я... Знаешь, что сейчас будет? Чё сейчас будет? Я, наверное, дебил нахуй сейчас скажу с моста. Но я сдохну, наверное. Не, лучше няш не надо прыгать. Не надо? Я спрыгну, няш. Не, няш, ну, надо тащить. Няш. Пол хп! Я спрыгнул, у меня пол хп осталось. Прикинь, сейчас не такой стрела прилетит. Ой, да пацан, у меня пол хп! У меня пол хп, там пацан идет! Ты где ты? Я придурок тупой. Он что, убежал? Няш! Мне надо хп регенить, а то мне по попке сейчас следует. Я здесь с моста останусь, придурок. А с какого моста-то? Который там был. Там это где? Хз, на тебе, стрелой в жопу. Так, нечестная броня, значит, я подрубаю зажим. Фу. Няшный Денис. Опа. Надеюсь, ты ему не сольёшься. А сколько у тебя ещё хп? Опа, ты не задаешь пока. Изи вин просто, у меня фул жеск. Железка. Без понож. У меня кольчужные. Шесть железа, прикинь. Mm-hmm. Здесь, знаешь, какой здесь плюс? О, у меня здесь есть. Здесь знаешь, какой плюс? Какой? Здесь зажигалки долгие. А вот нас спани там, по-моему, 4 поджёшь 4 раза, и всё, да, ей капец. Здесь очень долго можно. Ну не очень, конечно, ну блин. Хорошая точка это. А я помню, мы на Лавкрафте. Блин, жалко, что Лавкрафт так сделали. Хреново. Из Лавкрафта дерьмо сделали. А я помню, с админом разговаривал Лавкрафт на стриме каком-то. Да. Что он тебе говорил там? Да я уже не помню, что он мне там говорил. Вспомнил, конечно, пипец. Я что, помню, что ли? Теперь Лавкрафт полное дерьмище. Именно сейчас. Дилькатамбра. Да, я его, кстати, встречал. Он, конечно, пипец, задрот еще и читак. Я его встречал, он рили читак, а я его встречал, по-настоящему встречал, почти слил, но я сдох. Он читак и задрот. Я-то хотя бы задрот, но не читак, он для кого-то. Читами не играю. А? Я с читами не играю, хотя раньше играл. Майнкрафт уже не играет, Дилькота брать-то. Но он уже взрослый, какой ему нахер Майнкрафт, ему там 20. В жопу Майнкрафт, чё? Так, раз всё, я вернулся. Такое чувство, ты там микрофон куда-то подсоединял по звукам. Нет, я его рукой закрыл, чтобы не слышать его. Дикотабр уже ему лет 20, какой ему нахрен Майнкрафт, а чё? Дикотабр 20? Да, ему уже лет 20. А ты знаешь? Ну, он же подростком играл, то есть нам было там по 13, мы играли там по 12, ему там было только 15. Как мне сейчас? Ему сейчас там лет, ну, около 20 точно есть. Какой ему Майнкрафт, а чё? 20, то есть ты хочешь сказать, что мы играли в 2012 в Лавкрафте? Нет. И вот мы играли в 2013, он там играл, то есть ему сейчас... Ну, он, короче, играл подростком, вот как я. Мне сейчас 15, вот он в такой возраст играл с нами. Ему сейчас уже, ну около 20 точно есть, там где-то 19, там 18. Майнкрафт играет, зашибись, 20 лет. Вот в чем смысл этих. Я на спамне, короче, респаун будет, няш. А людей надо убивать, тут вообще никого нет. А похрен этих людей, сами придут. Сейчас на респаун все придут. Вон, я уже чувака вижу. Я подлетел через... Он динамит прям встал и прям подлетел высоко. Я чувака вижу, сейчас убью его. Мне его железные штаны нужны. Я помню, ты динамит, ты скажешь, поставил, не знал, куда убежать, и улетел наверх. Угу. Да иди в жопу, придурок. Встань. Помнишь? Отстань. Ага, отстань. Я на этом. На спауне. Я сейчас убью чувака и прибегу тоже. Чё за дурак, он вообще по мне удара не сделал. Чё за нуб. Всё. На банан крафт пойдём, говно, на самом деле. Может, на банан крафт хотя бы нормальный сервак будет. Но мне кажется, они все однообразные. Привет, няш. Привет, няш. Пытаемся. Мне кажется, они все однообразные. Хрен знает. У тебя есть алмазик? Алмазик? Ну, я их 4. Дайте! Дайте! Я вам алмазмеч крафт. Сейчас, подожди. На. Спасибо. Только я его в жопу там выкинул. Хотя бы ботинки не скрафтил. Я меч скрафтил. Он получше ботинок, кстати. Я сейчас еще по ножу скрафчу, погоди. Потому что ботинки это так себе. Я по ножу скрафтил еще. Все, у меня фул железка. А я помню, у нас в крафте фул железку нельзя было собрать, что-то там одного не было. По ножу было, да? Да, а сейчас наоборот нагрудника нет. Да? Переделали.
тут пацан? Это я. Сзади. А, такой, это я. А может ему сюрприз сделаешь? Ва! Бля! Ва! Ва! Ой! Яш, это было то, это было эпично. Ты видел это? Угу. Няш. Няш, у меня даже на ножик. Нет, нет, нет. Да-да-да, Няша. Не ори. Оп, по попке прям. Давай. Ой, точно, я пойду зачаруюсь. Я пойду себе зачарую меч. Как? Молча. Мне главное нужен стол зачарования, он тут есть. Нет тут стола зачарования. Разочарование. Тут пацан нужен. Прикинь, стол разочарования. Разочарование, что? Опа. Да ты... Нужно пацана найти. У меня 33 стейка. У меня 23 хлеба и 17 яблочек. Ой, 7 яблочек. У меня 33. Ой, 32 уже стейк. Но у меня еще и зелик до хрена. Надо отсылить кого-нибудь наконец. Да, один остается, и мы его найти не можем. Вау. Что за хрень? Лол. Че такое? Я нашел лайфхак. Один. Че за лайфхак? Сейчас смотри, ты где? А, у тебя нету. Сейчас. Попробую его сделать, кстати. Примите. Я убежал уже. Блин, чуваков так... надо искать, че мы тут? О, компас! Спасибо! Компас? Да, я нашел. Тут валялся. Блин, меня на тебя показывает. Сейчас я убегу подальше. Я убегаю, да, от тебя. Прям вообще далеко убегишь, прям в самую жопу. И найди кого-нибудь. Все, я убегаю вообще в жопу сам. Все равно на тебя показывает. Ну вот я... Тебе показывает, что я убегаю от тебя? Ну да. Два, меня далеко... Все дальше и дальше. Я посмотрю, что пацана нашел. А, ну давай, мочи его еще дозм... Он на фугасе стоит. Походу. А, нет. Он вообще меня вообще удар не пронес. Подал руку помощи. Че, кому-то помог, что ли? Он меня вообще ни удар не пронес ни одного. Сейчас вот так скажи еще. Няша. Няш, ну не надо, пожалуйста. Ладно. У меня 70. 70. У меня 70. Так звучит, знаешь. А че, не нравится? Да, не нравится. Че-то не нравится? Нравится? Да. Не нравится. Не нравится? Да, не нравится. Да, не нравится. Улетел в Майнкрафт. Врёшь. А, нет, не улетел, кстати. Чё за дрень? Тут дрень какая-то, а ты... Это я тут вещи стырил. Чё это за дрень, что? Ой, дезмач лагает, няш. Жопся. Где этот пацан? А где этот пацан? Какой я сюрприз сделал? Слушай-ка. О, тут вещи. Бля! О! Блин, чё я косой? Чё я такой косой? Погнали. Чё погнали? Куда? Не знаю, куда? Чё? Не лень поупехаться. Нет, Няша! Няш, я выживу! Не надо! Я сдох. А я не просил. Ну я просто, ребят, не надо сейчас опять обсирать, брать то, что он меня просил, просто я сам захотел, мне просто лень было. Сейчас 100% напишешь, что я попросил, чтоб ты слился. Нет, сейчас 100% напишешь, типа, то, что ты опять, он с тобой команда, не дружи с ним, просто, я в натуре, вот сейчас я в натуре захотел сам просто, мне лень было поупехаться. Ну, в следующую карточку мы поупехаемся. Да. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк, с вами был Низ ГТИ. И Фрей.